вообще мелкая, у тебя сиськи маленькие из-за того. Что? 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 Трон! Вот мудак взорвался. Там же есть взрыв поменьше, нахрена ты ядерную бомбу запустишь? Извините. Открылся новый сервер The History of Netherborn. Фракции, элементы RPG, огромное количество мини-игр и конкурсов. Адекватная администрация, также различные акции и скидки в магазине на привилегии. IP этого сервера будет в описании. Версия 1.9.1.9.2. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой, Игорем и Настей мы будем играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! Всем привет! Как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набрать, тем больше видео мы будем записывать вот такой командой. Если хотите, будем дальше продолжать приглашать различных гостей в нашей серии. Да, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все будут в описании. И также пишите положительные комментарии, и пишите в комментариях идеи для следующих серий по «Кто твой папочка», и давайте наберем 5000 лайков под каждым нашим роликом, и тогда мы оставим ссылочку на эту карту в описании, где вы сами сможете поиграть со своими друзьями. Приятного вам просмотра! О, школа какая-то, что я тут забыл? Привет, ребята, привет! Привет! А вы кто такие? Что вы тут делаете? Вы тоже школу супергероев? Да! Ура, мы будем супергероями! Ну пошли, пошли! Идемте, идемте! А! Товарищ, я не поймаю! А это кто такой? Здравствуйте! Тут звоночек для вас висит! Специально звоночек! Так мы позвонили, мы позвонили, дядя! Вы позвоните заново, давайте, давайте! Раз, два, три, поехали! Ку-ку! Здравствуйте! Как нам вас называть? Игорь! Игорь! Игорь, здравствуйте! Супергероями, пожалуйста! Расскажите, что это за место, Игорь? Это место школы, это. Вперед! Вперед! Ура! Я хочу супергероем! Вперед, сюда! Как нет, не сюда, не сюда, не сюда! Где? Я потерялся! Помогите! Где спортзал? Вот. Заходим, давайте. Значит, я сажусь, вы рассказываете, что вы умеете. А правила там школы? Это же первый урок, дядя Игорь. Ладно, давайте, правила. Не бесите меня. Все. Значит, быть супергероем просто и круто. Итак, детишки, это школа суперспособностей. Я вас буду учить. Школа суперспособностей? Школа суперспособностей, да. Это школа суперспособностей. А можно вопрос? Да. Учитель, а что у вас за такое место, такое странное? Это мой трон. А это что такое вот это все? Где? Это вообще-то робот, напишешь, что не видишь робот. А, ну да. Он работает? Я так и понял, да. Ну ты потыкай, посмотрим. Я не знаю. А кем ты тут работаешь, Игорь? Я работаю тут самым главным, понимаешь? Директор школы? А ты патрону не видно? Так, ладно, давайте, садитесь, давайте поменьше вопросов. Я у вас спрашиваю, что вы умеете, дорогие дети? Я становлюсь зеленой пупыркой становлюсь, все ломаю. Да? Да. Ладно, давай пока не будешь показывать, потому что надо отойти от трона, мне нельзя ломать мой трон. Так, хорошо, вот ты вот этот, Эдисон, да, давай, Эдичка. А я паутиной могу стрелять. И прыгать прям... высоко, вот прям очень высоко. Прям реально, да? Да, вот прям очень. Ладно, а вот ты, да, вот Настя, я да. Я могу вспыхнуть как пламя. Да у тебя способность вообще фигня, у меня намного лучше. Так, молчи, мелкий, у тебя сиськи маленькие зато. Что? 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 Трон! Вот мудак взорвался. Там же есть взрыв поменьше, нахрена ты ядерную бомбу запустишь? Извините. Успокойте его! Успокойся, выпей. Удалю! Успокойся! Аккуратнее, выпей вот это, съешь мясо побольше, съешь на вот это. Хрень вот это. Это ты наказан был, все. Нехрен тут мне тут в спортзале мой трон ломать. Сумасшедший какой-то. Учитель, а чему вы будете нас сегодня обучать? Ой, это вообще сложный вопрос, честно говоря. Я не был готов к такому, но я вас буду обучать контролировать ваши суперспособности, да?
Ну, как-то первый раз не получилось, но давайте, еще раз постараемся. Вот это вот жирное вот барахло. А, я забыл, у меня, понимаете, суперспособность, я сам контролировать не умею. Так, ну ладно. Показывайте, что вы умеете, да? Значит, я вам сшил специальный костюм. Специальный костюм. О, можно посмотреть? Да, значит, первый, ты, паукан. Ты будешь паукан выглядеть вот так вот. Почти это, как это у меня кличка такая будет, паукан? А я как буду? А ты будешь вот с четверочкой. Четверочкой я буду? Да, с четверочкой. Можно показать, что я умею? Дядя Игорь. Ладно, давай. Смотри, смотри. Я же говорил то, что я могу высоко прыгать, смотрите. Офигеть! О, и также могу притягиваться, смотри. Не получается! Ты паукан! Я могу стрелять! Не мусорите, пожалуйста, можно мне вот это убрать? Да хватит это делать! А вот это мадам, а вот это мадам! Мадам, покажите, пожалуйста! Я могу осветить тут всю местность, если хотите. Давай. Нифига себе! Прям жарко стало! Я зеленая пырка даже не сравнится с этим вот этим вот этим вот. Вот этим вот этим? Ты меня уже достала! Я отомстил, я отомстил! Зеленая пупырка просто тащит по сравнению. А, не бейте меня. Ты некрасивая, ты некрасивая. Я и некрасивая. И твоя пупырышка вообще. Дядь, опять, опять! Дядя Игорь! Да хватит звездную школу, алло! Успокойте его! Ты можешь прекратить! Я покажу вам, что такое некрасивое. Нам нужно остановить ее. Да остановись ты, у меня бутыльков больше нет. Поешь мясо, пожалуйста, наш. Стой! Алло, мясо! Ты взорвала мясо! Я боюсь! Вот как это остановить вот это? Я попробую поджечь ее. Давай. Успокойся, пупырышка. Я Игорь, помогите. Успокойся. 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 Стой, успокойся же. Успокойся, зелененький. Зеленый. Ты красивая, ты красивая. Богиня красоты, волшебный эликсир любви. Красивая, очень успокойся, пожалуйста. А сиськи моя красивая. Красивая попка. А попка, попка. Очень, да. Очень. Ну, ладно, тогда хорошо. Красиво накачала. Да. Ой. Помогите, я в дырке. Учителя, пожалуйста. Дядя учитель Игорь, вылезайте. Учитель Игорь. О, а что мы сейчас будем делать, учитель? Останавливать школу? Да, давайте будем собирать деньги на ремонт, собственно. Давайте сейчас мы будем тестировать ваши суперспособности в спарринге. То есть друг против друга. Давай. Ганс, кто с кем? Давайте. Ну давайте, значит, человек-факел против паукана. А я? Так, а ты давай, иди сюда, иди сюда. Сюда. Да. Все, сиди рядом. Нет, я хочу тут подумать. Потом. Ты, Слай, ты понимаешь, ты только когда... Алло. Ой, можно бой уже начинать. Хватит давай, разговоров, раз, учитель. Два, три. Начало записи, ребят. Пью. Ай-ай-ай-ай. Спайди. Только хочу посражаться. Тебе нельзя, тебе нельзя. Почему мне нельзя? Я вообще не понимаю, кто здесь выигрывает, честно говоря. А у нас какие-то способности? Я хочу сражаться. Да? Дядя Игорь, скажите ей, что нет. Ты не можешь себя контролировать. Я не могу себя контролировать. Я вам покажу, что... Опять нет, пожалуйста, нет. Вы опять ее разозлили. Дядя Игорь, что нам делать? Она разломала всю школу. Как да меня успокоит? Как? Дядя Игорь, помогите, ну пожалуйста! Есть только пистолет, который не работает против него! Помогите мне! Что же ты за учитель? Ну что же ты наделала школой? Ну посмотри, пупыришек! Пупыришек! Дядя Игорь! Как будут воспитываться новые супергерои? Как? Это все из-за тебя! Ты виновата! Говорили, что ты не можешь контролировать свою силу. Все, отстаньте от меня. Тебя нужно отправить в стационар. Психушку. Так, всех валим. Убегаем. Ну и как обычно, все взрывается, где бы мы ни появлялись. И я не знаю, что с этим делать. Мы потеряли нашу халкущую зеленую пупырку. Я надеюсь, что она с нами. Она воскреснет. Я с вами. Она с вами, дядя Игорь. Я с вами. Значит, она не умерла.
Да. Давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы зеленая пупырка ожила и все было хорошо. Да, ребята, и также не забываем подписываться на наши каналы, ссылочки на всех будут в описании. И также не забывайте писать в комментарии свои идеи для новых серий «Кто твой папочка?». Да, ребята, всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока.